Здравствуйте, дорогие подписчики, здравствуйте, дорогие гости канала. Сегодня мы с вами отправимся в очень интересное место, Александровскую Слободу. Это было время, когда образовалась Слобода, это было время становления европейских молодых государств. Более важную роль в это время занимало и государство российское. Василий III, по примеру западноевропейских держав, и решил построить у себя тоже загородную резиденцию. И для этого места он выбрал Александровскую Слободу. И его направляет в Слободу строить дворец лучших русских и итальянских мастеров, руками которых был возведен когда-то и Московский Кремль. И вы знаете, очень быстро, с 1508 года по 1513, буквально за 5 лет, дворец был построен. И Василий III там часто бывал. Но когда он умирает, этот дворец переходит по наследству его красавице-жене Елены Глинской, матери Ивана Грозного. Проходит какое-то время, молодой царь становится, мужает, ему хочется уже объединить всю Русь. Но вы помните из истории, что это было достаточно сложно сделать, потому что этому противостояли очень сильно бояре. Они держали за свои старые обычаи. И тогда он совершенно неожиданно покидает Кремль и уезжает в Александровскую Слободу. Было настолько неожиданно, что долгое время придворные бояре даже не могли понять, куда делся царь. Но, наконец, до них доходит весть, что он находится в Александровской Слободе, и они шлют туда гонцов с поклонами, чтобы он вернулся и правил государством. И Иван Грозный, воспользовавшись этим моментом, он вообще был достаточно умный, хитрый, расчетливый, ну и очень, кстати, просвещенный царь, он решает, так сказать, выторговать себе такие условия, что около Александровской Слободы часть земель будет принадлежать ему, быть под его властью, что угодно ему, а остальные земли, да, вот пусть бояре там остаются и распоряжаются ими, как они распоряжались и прежде. И вот создается в Александровской Слободе очень крепкая такая опричнина. Его тогда и назвали опричным государством. В опричном государстве были очень важные люди, опричники. Опричники – это охране, это государовы люди, которые ездили на лошадях с нагайками, и к шее лошади были привязаны собачьи головы, которые говорили о том, что они преданы государю, как собаки. И благодаря вот этой силе, там, в этих землях он навел порядок, Иван Грозный, и со временем ему удалось объединить всю Русь. Вот благодаря этим опричникам. И на самом деле в Александровской Слободе он прожил достаточно много времени. Ему потребовалось для того, чтобы объединить Русь, около 18 лет. И он бы жил и правил там, потому что Александровская Слобода процветала, там были процветали ремесла, там были зажиточные, появлялись люди, купцы. Вот. Но произошло событие очень печальное. Умер его старший сын, любимый, которому он, в принципе, и хотел оставить свое государство. Вы знаете из истории об этой трагической гибели. И также моментально, как он покинул Московский Кремль, он уезжает обратно в Кремль и покидает Александровскую Слободу. Александровская Слобода не закончила на этом свое историческое развитие. На самом деле, там много было событий, которые связаны с историей нашей страны. Петр I, и вот с потешными отрядами он в Александровской Слободе проводил занятия. Там, кстати, и мундиры сохранились тех времен. Вот. А в Переславле-Залесском он построил флот, который со временем стал основой для большого российского сильного флота. В бунты и стрелецкой казни затем, в Александровской колокольне пристройку, и там заточил на долгих 10 лет свою сестру.
мы там с вами побываем, посмотрим очень интересно оставшуюся такая достопримечательность, печка из синих изразцов, очень красиво. Посмотрим зеркало, которое она очень любила, ну и другую утварь, которой она пользовалась. Вот. Но легенд существовало множество, я вам рассказала о самых главных, но об остальном мы с вами узнаем, увидим уже, когда мы с вами приедем на место и будем в этой Александровской слободе. И давайте собираться, нас ждет, ну я бы не сказала, что дальняя дорога, но дорога, и нас ждет Александровская слобода. До встречи!